Здравствуйте, дорогие огородники. Хочу представить вашему вниманию присланный мне перец уют. Он очень ранний, и выращивал я его в открытом грунте. И как вы можете видеть, он начинает созревать именно в открытом грунте. Его натуральный цвет красный. Вот при той неблагоприятной погоде, которая была в этом году в начале, то есть у меня, я думал, что шансов на получение достойного урожая у меня не будет вообще, поскольку он один месяц стоял просто мертвым грузом, даже с места не трогался. Но тем не менее, как только что вот наступила теплая погода, он моментально пошел в рост, начал моментально завязывать очень хорошее количество плодов. Я его, естественно, формирую определенным образом. Вот. И, как можно видеть, в принципе, очень хороший перец классического вида, вот, красного цвета, очень пригоден, наверное, для фарширования, ну и, естественно, для салатов. Мы сейчас его, перчик один, срежем и посмотрим, как он у нас выглядит. Какой он с толстыми стенками. Вот можно видеть, что небольшое количество семян. Можно вот так вот разрезать. И вы видите, что стенки довольно-таки толстые. Пойдет прекрасно салат. Перец вкусный, сладкий. Но я считаю, что все, что выращено у себя в огороде, все равно всегда все вкусное. По крайней мере, почти. Вот. Предлагаю очень хороший перец для выращивания даже в открытом грунте, даже в нашей местности. А уж тем более, если в теплицах или пленочных укрытиях. Очень рано созревает урожайный перец.